шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось обсуждение поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. В обсуждении принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Этот год он был особенным. Это послание, по сути, является, не побоюсь этого слова, судьбоносным. Сразу же после этого, по хронологии, наверное, все вы помните, поменялось правительство. И касательно уже высших учебных заведений, вообще в целом системы образования, было совместное заседание, посвященное в основном высшей школе и научным учреждениям. То есть обсуждались вопросы, что нужно делать для того, чтобы актуализировать все те проблемы и каким образом сделать более активным и результативным, самое главное, нашу с вами работу. Также в обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Республики Татарстан и регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан, а также преподаватели, студенты и аспиранты казанских вузов. Это хорошая возможность для многих общественных организаций, которые сегодня приняли здесь участие. Все очень заинтересованно могли послушать, во-первых, информацию из первых уст, что называется, о том, какие поправки особенно заинтересованно обсуждаются в рабочей группе. Кроме того, высказывались предложения, мнения по поддержке этих поправок, и поэтому получилось такое очень плодотворное заседание как бы нашей местной рабочей группы. В территориальных общественных палатах и других институциях гражданского общества идет обсуждение поправок. О том, как идет процесс работы над главным документом страны, рассказал Евгений Султанов. Мы первый раз встречались с президентом, и он ставил перед нашей группой задачи дать общественно-политическую оценку вот всем тем поправкам, которые вносит президент Российской Федерации. Вот эти все изменения, которые направлены на то, чтобы парламент больше включить в работу по контролю за, по формированию, по контролю за деятельностью того же самого правительства. Это очень хорошая вещь. Во второй части мероприятия заведующий кафедрой конституционного и административного права Казанского федерального университета ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.